Сейчас мы подойдем к топовым автомобилям. Будет интересно спросить, посмотреть, увидеть их вблизи. Такой 69-й интересный. Это чуть ли не 35-е колеса. Так, вот эта звезда гонки. Что за колеса? Маленький золотик Додора, селки какой-то, вилки, блин, трака, блин. Какой размер? Размер скажи. 28, наверное. 28 где-то, да? Как стандартное колесо. А это, хотел спросить, что там, 51 или 21? 51 мотор, да? BMW M51. Красавцы. Вот это у вас, да, уже? Не-не. Это веселая машина. У вас опустил стеклоподъемник, видишь, все? О, ты нормально облечился, да? Да, да ты что, тут как пол Тойоты весит. Полтоны выкинул. Ну как вы ехали? Сколько кругов? Давайте я. А я не знаю, сколько. Много. Много, да? Весность. Три? Для Леси это была весность. Это много, да, я уже только даже. Крепатура будет завтра? Нет, ну с такими... Крепатура будет? Нет, а почему? Она наш пилот. А, да? Конечно. Так а руль же там, гидроусилителя же нет, наверное. Как это нет? Есть, да? Конечно. АБС все полностью. Во время страха лучше легко. Я молодец. Лезь. Всех мужиков. Да? Они с такими квадратными глазами. Да, носом. Теряли траекторию, забывали, куда ехать. У девочки другое мышление. Она думает по-другому. Ей сказали 1500 оборотов, вы по диагонали. Она так и едет. И оно и проезжает, да? Она вообще нигде не сидела. Да? В смысле? Нигде. Раз, вы не видели. Вот, видишь? Вань. Что это такое? Да ну это же УАЗик, ну господи. А я туда завел. Надо подалеку. А где пилот Нивы? Я вот он. А что там внутри? Просто Нива, да? Сиденье с Volkswagen. И все, да? И все. И бейджик он какой-то. Это с каких-то покатушек. Да не, ну там что-то в мостах, наверное, нестандартно. Да не, ну так не бывает. Да так не бывает. Только колеса. Так а что колеса? Колес пришел. Колеса простые, сафари, да? Сафари или что? Но... Еще там нету ни одной, ни самоблока, ни блокировки, ничего. Да так не бывает, а как такое? Давайте разбирать. Да я не верю вам. А где кнопки блокировок? Покажите кнопки. Блин, где-то... Два рычажка. А где такие красные на рычажки купить штучки? Я не знаю, где Китус. Да, вот, смотри, финиширует. Так, тут... Это финиширует еще до сих пор, да? Там какое-то Рубилово мы пропустили. Что-то там была пробка, и в конце все долго едут. Говорят, стандартная. Так, скажите правду, что там внутри. Скажи правду, что в этой Ниве. В этой? Да. В смысле, что? Вообще ничего нет. Магнитофон еще Sony есть. Заводская. Так, не рассказывайте басни, я вам не поверю. Мы видели штурман. Мы видели, как она едет. Стандартная Нива. Да, да, да. Колеса. Блин, там... Какой капот, Серег, пусть снимет. А ну. Мужчина говорил, что это замаскированная. А чемпионский... замаскированная. Чемпионский мотор стоит здесь. А ну. Чемпион 2019. Что там, трехлитровый? Да. 3.5. BMW 3.5. Ну, радиатор, это генератор, видите, не там. О, все, это сход. Это из-за этого, блин, она это так ехала. Сход. А гидроусилитель есть, смотри. Это просто бачок. А, бачок просто. Не, знаешь почему? Знаешь, вот это за прикол в ней? Что вот это? Не знаешь? Нет. Вот это представляется, зима-лето называется. Просто кто не переставил, вот так. Вот кто на лете ехал. Тот выиграл, тот да? Просрал, да. Кто на зиме, вот так, как мы. А, и все? Да. Офигеть. Это турбо. Это турбонаддув. Завода. Оно же, да, сразу турбонаддувом. А зажигание обычное? Да. Да нет, где кнопки блокировок, покажи лучше. Вынесу мозг. Передняя и задняя. Давай сейчас потом крадем. Найдем. Так нет, кнопки же вы выключили, они же где-то спрятаны. А блокировок. Тут силуминовый мост стоит. Да ну что вы рассказываете? Загляните, там... Так а как она так ехала вообще? Ну как-то... Редуктор стоит, заводской. Да тут не видно ничего, заехали в траву специально, чтобы замаскировать все. Спрятали. Да. Сейчас комиссия все найдет. Да, да. Мы в одном месте, да. А что там за пробка была? Я пошел переодеваться, а что переодеваться? Наш трактор идти пойти.
Да вон какие-то шланги там идут, блокировки есть, наверное. Или то тормозные. Да не, специально грязью замазали, да, ничего не видно. Да. Даже пружина выпала. Блин. Вот брехуны, блин. Так а как она так ехала? В смысле? Ну как-то странно так. В смысле странно? Как-то странно легко проезжала. Так может ваши забыли пониженную включить просто? А, может, да. Может и на повышенно ехали. Точно. Так, класс стандарт. Форестер. Развороты в обратном направлении. Такая очень коротенькая, простая трасса, две стороны и финиш. Стандартные автомобили, ну разные в общем. Так. Борьба стоковых и не совсем стоковых. Игорёчек тут тоже поедет, если пустят его в зачете. Большой интерес, много людей. Шустро едет. Получила чуть-чуть. Так, это наш подписчик едет. Это он? Я его узнал. Он по-жесткому, да? Машина серьезная. А, не хватило выворота. Что-то вперед не включен. На заднем приводе.
заказчиком персональная съемка. Вписался без потери. На заднем приводе или забыл включить, или специально. Но тут, да, на мощной машине, на заднем лучше. Поворачивай. Самое сложное место, да, здесь? Вот полный сток. Про какого-то жесткого пилота на вот на такого типа машине говорили. Вот это? Это он жесткий, да? Да? Сейчас будет дубасить, да? Да, да, это, о, я уже вижу по стилю. Это экшен полный. Все, прощай Тигуан называется. Прощай Тигуан. А это на соседа машине он или на своей? На соседа, я думаю. Взял на прокат, наверное. Он об этом Дегер супермаркете ездил. Без каршеринга машина. Ё-моё. Сейчас будет экшен. Быстрее, чем на машине соседа, ни на какой не проедешь. Это спортивная машина, да? Идет на победу реально. Идет реально на победу. Вписался. Вот там, если впишется, будет результат четкий. Прощай, Тигуан, да? Да, нормально, у нас все бабы делят. А, это он. Финиш базы. Самый жесткий пилот сегодняшнего дня едет. На этой машине мы сюда приехали. Но она сломаться не должна, это Toyota. Хотя пилот там такой, что может сломать что угодно. В лайте мы уже попробовали. Лайт был яркий. Это Игоречек. Это очень серьезный пилот. Казет. Ёлки, Игорёчек, что происходит? Сейчас тут прямик будет яркий. Смотрите, как подвеска работает. Что, вписался? Да. Да? Не посбивал столбики?
Но наваливает нормально. Из-за повороты чуть-чуть не вписывается. Но сейчас, может, назад лучше пойдет. Пытается. Да, идет. Тут траектория уже чуть-чуть. Сейчас спросим, какое время. Чемпион или нет? Хо-хо-хо-хо. Неожиданный поворот. А есть отдельная категория, самая дорогая? Сам... У каждого свой стандарт. Готовы? Полный ход. Ну это... О, тут в шлеме пилот даже. РХ. Ну как тот безбашенный на 70-ке? Нормально проехал? Перед этим только что был. 25, минута 40. Долго, да? Ну, если брать, самый лучший пока. У него? Ну, по идее. Да, у нас 40. Игоречек, ты идешь в лидерах? Сейчас Лексус тебя может только вставить. А где Лексус, едет еще? Не, ну у Лексуса шансов нет. Тут интересный прямик для Лексуса специальный. Не, ну ничего, идет. Давай, идешь на победу, давай. Йо. Газуй. Ёханый бабай. Красавчик. Все, он понял, что уже нечего терять. Видел, сразу добавил. Сейчас обратно будет. Сейчас брат на ловке его ждет. А что, по Лексусу брат торгует, да? Брат по Лексусу торгует? А, или разборка у него? Есть передний, да? Диагоналы. Да сейчас блокировка сработает. Левее. Нет. И передний сушил, минус бампера. Да? Ну как, надо на место ставить. Руль назад и ходом. Ходом. Не выйдешь так, назад. Назад. Не, ровно руль. Безумство и отвага. Да не, нормально идет. Лексус в оффроуде, это не на Нивах вам с УАЗами. Он когда стукнулся, все сразу $100 на 10 умножили. А на УАЗе такого не было. Все. Хорошего понемножку. Лебедку предложи ему, лебедку. Нормально? Ёханы бабай. Не, ну вы так не советуете больше, вы чё? Ладно, пусть едет. Он больше не приедет. Пусть и так не приедет. Хорошо. Ворога идёт, видите? Блин, такое только в Харькове возможно, блин. Да? Идёт на победу, мне кажется, в классе самых дорогих. В самом дорогом классе он идет на победу. Люкс, класс люкс. Да? Неплохо идет. Там еще интересно, будут такого плана машины дорогие. Поехали, поехали.
Макс, за чипсы. За чипсы. Финиш плавный. Но все равно молодец. Поборолся. Не, этому отдельный приз должен быть, этому на Лексусе. Так, ого. Тут серьезный. Это стандарт, да. Это стандарт в оригинале. Ничего лишнего. Сейчас будет экшен. Наверное, интересно. Такие разнообразные, такой стандарт. Да, неплохо валит. Ну, с выворотом, в принципе, у всех там вопросы. Блин, он может выиграть у Игоречка, я переживать начал. Пять мотор, я спросил у ребят. И 5 с Паджеро мотор, V6. Ребенок, отойди. Такой большой интерес гонки. Может, пишется? Не. Ну, думаю, лучшее время. Еще на финише потерял. Финиш базой. Так, а теперь Нива. Трассу перебегали. Вы же сейчас не бегали по трассе, да? Руслан, ну что, все хорошо тут? Да, а? Да, да. Трасса под Ниву реально. По вывороту, по всему. Вова тут бы мог показать результат. Серьезная Нива. Судя по старту. Зайти надо было. Уже не будет победы. Лента сорвана. Так дубасит красиво. Старается, но мы в призах точно. Что-то в этом месте у него проблемы все время. Что по дороге в одну сторону, что в другую. Странно, почему не вписывается. Ну что ты, стандартный чемпион? Да, какие
это даже, ты бачишь, как мы на Орлеечке накрыла. Так она не проходит по регламенту. Все, ты проехала. Сейчас в карте. Она не проходит по регламенту, ты что? Все, нас вдруг проехал, идем по ДМС. Где пошли? 73-я приехала, серьезно. Это твоя любимая машина, да? Да, ты что? А ну идем. 73-я, я бы понял, что там бы в один круг улез. Понял, 79-я. Да, длинная. Назад бы не сдавал. Да, вошел бы, да? Да, вошел бы. На коротком легком, на 70-ку вошел. На лапах тут, у колеса. А что это за колеса? А, это триподоры. Злые, да. Привет. Привет. Давай, провил. 38. 38 с половиной? Колеса? Да. Я думаю, что больше. Да нет. 38 с половиной. Да. В таком размере просто. В таком, такая модель в одном размере только. Да? Угу. Ну, хорошая. Бывает. Пришел главный семидесяточник Украины, вот он. Знаете его? Нет, откуда? Это страшный человек. Да, нет, откуда? Вы к харду готовитесь? Да не, мы посмотреть. На стандарт сейчас поедем. Да? Реагуем. Да не, опоздали на стандарт чуть. Опоздали, да? Десяточку делаем. Зерно прорастает потихоньку. Да, да, ого. Уходит. Я думал, у меня только так. Нет, люди самые. Культурно ездим, катаемся, смотрим, природа там сидит. А, понял, все нормально. А не в ракошек, не?